Привет, друзья! В ночь на 10 апреля в районе Анапы произошла серьезная авария. На трассе близ хутора «Рассвет» 42-летняя женщина за рулем «Лексуса» не уступила дорогу легковушке ВАЗ-21-14 и врезалась в него лоб в лоб. Удар был такой силы, что 29-летний пассажир отечественного авто, который сидел впереди, скончался на месте. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ и его 27-летний пассажир в тяжелом состоянии были экстренно доставлены в больницу и прооперированы. Женщину, что была за рулем «Лексуса», ее 21-летнюю спутницу также госпитализировали. Пострадавших и погибших буквально доставали спасатели. Они разрезали и разжимали искореженный металл. Причины и обстоятельства аварии уточняются. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.